Друзья, всем добрый день, всем добрый час. Компания Arbotoms приветствует вас. Находитесь в нашем канале, канал Arbotoms. С вами, дорогие друзья, ваш интернациональный семейный искренний канал из Турции приветствует вас, дорогие друзья. Так что, как вы сами поживаете? Сегодня понедельник, новая неделя начинается, новую неделю, новые возможности, дорогие друзья. Поэтому работайте. Работайте, дорогие друзья, не только ради деньги, ради своего здоровья, ради своей эмоции, чтобы хорошо жить, дорогие друзья, потому что как-то человек работает, энергию набирает, как-то человек работает, быть полезным, это очень большое счастье, дорогие друзья. Поэтому что делаем, друзья? Работаем. Работаем. Я вообще очень люблю, как-то человек полезный, как-то человек работает, дорогие друзья. Это очень-очень хорошо. Я не люблю ленивые люди. Я не люблю вот суетиться, если некоторые люди постоянно болеют, постоянно от чего недовольны. Я такие люди вообще не люблю. Надо себе набрать вокруг общения успешные, полезные, добрые, позитивные. Такие люди набрать, чтобы вы тоже из них какой-то человек были, дорогие друзья. Так что договорились. Сегодня что мы делаем с вами, где находимся? Район Каргджак, дорогие друзья. Район Каргджак. И где строится новый район, свежий район, в сторону нового аэропорта. И отсюда буквально 10-15 минут недалеко, дорогие друзья. Здесь больше всего строится вилла, но есть еще апартаменты тоже строятся. Хорошее место. Хорошее место, в самом деле, хочу с вами шикарный, вкусный, такой вкусный квартира. Заранее хочу вам сказать, приятного аппетита, в самом деле, очень вкусно. 125 квадратный метр, шикарная квартира с мебелью, с бытовой техникой продаются, и сад красивый. С правой стороны лес, покажи, пожалуйста, оператор. Лес, и бассейн есть. Есть парковочное место, огромный, и сад есть, вид на Средиземное море, дорогие друзья. Очень хорошее место, тихо, спокойное место, вид на крепость, Аланийская крепость, который 13 век построен, дорогие друзья, 13 век построен Аланийская крепость. Это для Алании символ, получается, дорогие друзья. На первом этаже, это по-турецки первый этаж, по-русски второй этаж получается. Очень хорошее место, на самом деле, давайте потихоньку пойдем, чтобы видно было, где мы находимся с вами. Бассейн чистый, уютно, и зима просто пустая, она очень хорошо. Итак, действительно, недвижимость, зарубежный недвижимость, это не просто так, это ответственное решение, это важное решение, я всегда говорю, это не просто так, картошка, арбуз, можно еще дальше идти, назад, иди, чтобы ты слишком близко ко мне, хорошо? Итак, просто это ответственное решение, очень важное решение. Для этого вам нужно просто консультация, дорогие друзья. Консультация нужна. Для этого что делаем? Мы часто бываем в других странах, в других городах. И, между прочим, скоро будем где? Можно ко мне немножко поблизости? Хочу важную информацию рассказывать. Скоро будем в Москве, дорогие друзья. В Москве будем для вас. Если из вас кто-то смотрит и захочет купить турецкий недвижимость, как турок, я готов с вами поделиться своим опытом, дорогие друзья. Плюс 95-534-42-42-33. Это мой Viber, WhatsApp и Telegram, дорогие друзья. Что там будем делать? Не будем лицо посмотреть, просто свои красота, правильно? Будем рассказывать вам, как правильно приобрести недвижимость в Турции. Будем вам рассказывать, как можно вид на жительство получить. И что это вам дает, дорогие друзья? И гражданство. Гражданство, как можно получить, друзья. И самое главное, будем вам рассказывать, как можно от турецкого недвижимости
получить доход, дорогие друзья. И вот эти секреты будем открывать вместе друг друга. И индивидуально будем встречаться в Москве, дорогие друзья, с вами. И для индивидуальной встречи под видео есть мои контакты, друзья. Пишите, звоните, я всегда с вами. И заранее надо записываться для индивидуальной встречи, дорогие друзья, чтобы мы знали. Давайте, теперь я вас приглашаю наши сегодняшние предложение посмотреть своими глазами. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо. Итак, друзья, мы с вами заходили внутрь квартиры. Как вы видели сначала, как красиво, да? Очень красиво в самом деле. Красоты дешево не бывает, между прочим. Я стою возле главной двери. Дверь очень качество. Посмотрите, дверь очень качество, как сейф. Очень тяжело. Если кому-то упадет, все. До свидания. И здесь домофон. И здесь Wi-Fi. Внизу Wi-Fi есть. Очень красивый, хорошая квартира. Еще качество. Я люблю качество. Вещи и качество люди. Как-то я вижу качество люди, действительно, не хочется отпускать никуда. И здесь есть, можно по-бельски? Да. Вот это что такое? Везде теплые полы есть. Везде теплые полы есть, друзья. И с левой стороны здесь шкаф. Вот такой шкаф. С левой стороны такой сильный хороший шкаф. И здесь огромный, большой такой стол, друзья, красивый. Очень большой стол, такой деревянный стол. Поблизости покажи, пожалуйста, постоянно мне не надо показывать. Очень красивый такой. И ваза тоже очень красивый, правда? Итак, тяжело так. И здесь кондиционер. И здесь вот такое место. Открою. Засветленный балкон, и зима, можно там сидеть и наслаждаться вид на Средиземное море, друзья. Вот здесь, возле зал, сразу, можно ко мне? Возле зал, здесь, вот в таком виде, еще одна комната получается, засветлено, вот это засветлено, все это видно, Средиземное море, очень красивый. Действительно, тепло, хорошо, очень красиво. Итак, друзья, инфраструктура тоже достаточно хорошо. Есть парковочное место, огромный бассейн, еще есть сад есть. Сад тоже очень важен в самом деле, друзья. И здесь вот это место мне очень понравилось. Как-то заходить сюда, красота просто. Очень красивый, мебель богатый, между прочим. Так, это как будет по-русски? Крокодил. Крокодил, да, тимсах. Ты знаешь, есть такой разговор. Тимсахан гёзяшлары. А, так, да знаю. Почему так говоришь? Как-то, как будет по-русски? Крокодил как-то плачет, это не искренне плачет, знаешь, да? Это не настоящий плачет. Сахте. Сахте. Не настоящий плачет. Поэтому как-то иногда люди плачут. Мы тюрки говорим, что тимсахын гёзяшлары. Как-то человек не настоящий плачет. Ради своей выгоды плачет. Это тимсахын гёзяшлары получается. Так. И здесь телевизор, такой красивый, хорошо. Мрамор, посмотрите, вот это мрамор, красивый, хорошо. Декорации много, в самом деле. Правда, очень красивый, такой уютный домашний атмосфер получается. Подушки тоже мой любимый подушки, я люблю такие подушки. Очень красивый. Еще кухня, вот можно там стой. И кухня такой угловая, красивая кухня. И отсюда вид на лес. На лес смотрите, и посуду помоете женщины, и картошку почистите, смотрите лес. Очень красиво, радует. Покажи, пожалуйста, вот этот лес. Вот отсюда лес видно, тихо, спокойно, и откарская инфраструктура тоже недалеко. Каргачак – это самый быстро развивающий район, считается, в сторону новый аэропорт, потому что еще бытовая техника тоже Siemens, такой богатый Siemens, вот такой бытовая техника. Микроволновка работает. Вообще я эти вещи не люблю.
лучше там здесь греть. Лучше здесь греть, где... Как это будет по-русски? Печка. Очаг. Печка, печка. Печка. Да. Скажи печка. Печка. Я люблю там греть лучше, чем микроволновка, духовка. Вот этот шкаф очень качественно, в самом деле. Посмотрите, оно очень качественно сам себе закрывается, открывается, очень чистый. Вот это все. Видно, что очень качественно здесь. Документ есть, материал есть. Очень качественно вещи из... Теперь мы пройдем потемку. Спальная комната. 2 плюс 1, 125 квадратный метр, друзья. И с правой стороны вот здесь огромный большой такой. Одна комната получается. Спальная комната, большая кровать и кондиционер тоже есть. Здесь тоже еще деление такое маленькое, как гардеробная комната. Такое место есть маленькое. Немножко темновато просто. Свет мало просто здесь. И шкаф, большой шкаф. Получается фламинго, да? Это по-русски как? Вот это фламинго тоже красиво, да, такое, да? Уютно, такой атмосфер. Действительно. И здесь общий санузел. Вот здесь общий санузел. Стиральная машина. Вот такой стиральная машина. Siemens тоже. Все. И здесь душевая кабина. Красивый, очень интересно, такой камень красивый, хорошее качество получается. Так, сейчас у нас гениш. Гениш? Сейчас гениш, да? Да, да, да. Да, да, спасибо. Гениш, это между нами разговор. Итак, самый главный фишка, вот это самый главный, как-то здесь встает утром, глаза откроете, и напротив у вас видно Средиземное море и крепость, Оландский крепость, и вид на бассейн, красота, французский балкон тоже есть, очень-очень красивее, кто себе любит, именно для них эта квартира подойдет, мне кажется. И такой красивый, хороший обои, необычно, да, такой. Еще вино тоже поставили. Последнее время вот турецкий сервис чересчур хорошо, да? Вино тоже поставили. Ты пьешь вообще? А? Айгерим, пьешь? Пьешь, да? Что? Пьешь, что ли? Вообще пьешь? Не стесняйся, и родителям не скажем, не переживай. Но иногда чуть-чуть, да. Вот здесь еще один санузел, родительский санузел. Только плохо, что здесь там окно есть. Зачем это окно делали, чтобы соседи как-то душ принимали, смотрели, наверное, да? Для этого. Ну, можно это, да, закрывать, она не открывается. Вот, просто некомфортно, неудобно. Как-то особенно вечером свет здесь горит, душ принимаешь, что соседи другие здания смотрят, неудобно будет, мне кажется. Но она закрывается вообще. Вообще закрывается. Душевая кабина и красивее. Два санузела есть, еще один балкон, туда тоже зайдем. Тут первый, давай. И красивее, с мебелью, с бытовой техникой продаются, и везде теплые полы есть. Везде теплые полы, друзья. И два балкона есть, один балкон уже застеклено. Вот такой, это уже открытый балкон. Вид на бассейн, вид на море, друзья. Красивый, хороший вид, который, вот этот вид, ваш вид, никогда не закроется. С видом на море. Очень тихо, спокойное место и очень такой экология очень хорошая здесь. Воздух очень чистый. Район Каргджак звонит. С вами был, друзья. И компания Арбатом сегодня вам показывал очень интересный, хороший проект. Хорошая квартира, в самом деле, друзья. В сторону Новый аэропорт. Еще хочу вам отметить еще раз, друзья, скоро в Москве будем. Если из вас кто-то хочет записываться для индивидуальной встречи, заранее записывайтесь под видео. Есть мои контакты, друзья. Мы с вами индивидуально встречаемся и поговорим по поводу турецкой недвижимости. Так что, друзья, эта квартира еще на продаже. Если вы хотите купить и бронировать, под видео есть мои контакты, пишите, звоните. Если это вам не подойдет, не переживайте, всегда есть шанс. Есть у нас на нашем сайте более 4000 объектов для разных кошелек. Для разных кошелек, как название наш сайт, Айгерим?
Arbat Homs. Говори громко, энергичнее. arbathoms.ru 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 наш уникальный сайт, наш полезный сайт. Заходите на нашем сайте, друзья, для официальной, серьезной фирмы. Я все это говорю. Сайт – это наша визитная карточка, наше лицо. Поэтому обязательно заходите на нашем сайте arbathoms.ru. Для разных кошелек вы можете найти недвижимость. Дорогие друзья, с вами был Асым, ваш человек в Турции. Если от меня, как тура, как местный человек, если помочь нужно, я всегда с вами на связи. Всем удачи. Пока.